Мы ожидаем, что с сегодняшнего дня новые тарифы, проект новых тарифов на услуги теплоснабжения и на тепловую энергию будет опубликован на сайте, на официальном сайте Одесского исполнительного комитета Одесского городского совета и на сайте КП теплоснабжения города Одессы. Непосредственно в объявлении будет указан срок, это 7 календарных дней, в течение которых вы можете обратиться своими замечаниями, предложениями, там же указаны контактные адреса, по которым вы можете присылать нам свои возражения, замечания, предложения по непосредственно опубликованной информации.